Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в игру под названием «Как выжить?» И возьмем, давайте, новое задание у Рамона. So now, you gotta find another battery. Нам нужно найти новую батарею. Even older plane wreck. It's located on Santa Barbara Island. Maybe we'll find the battery there. Go there and take a look at it. You're my only hope. Santa Barbara is located to the northwest of this island. While you were gone, I... managed to repair the boat, the one tied up at the end of the pier. Take it. It will save you time. Отлично. Find the plane wreck, get its battery, and bring it back to me. Good luck. Меня отправили на следующий остров под названием Санта-Барбара. Отличное название острова, просто шикарное. И давайте лодочку нам починили, да? Говорят, отправляйся, мол, на Сан... Нет. Нет, это было не Санта-Барбара. Стоп, а где ты тогда лодку починил? Там вроде больше не было. Поехали обратно, посмотрим. Я что-то не понял. Где у нас еще есть лодка? Там вот не работает. Жалко, приблизить нельзя. Немного непонятно. А, вот та вот лодка, я понял. Там вон еще одна, хорошо. Давайте пробежимся быстренько к этой лодочке. Вот она. Лодка на Санта-Барбару. Что-то загрузки с карты не было. Странно. Давайте птичек замочим парочку. Стоп, это не Санта-Барбара, нифига. Котейка мой орёт. Так, ты кто такой? Ты кто такой? Поговорить. Hello, my friend. You look well under the circumstances. I see surviving has become an addiction to you. Thanks to me and my survival guide, that is. So, what brings you here? You need my ultralight? Why? You won't leave these islands with that. It is not powerful enough. The strong winds would break the wings even on takeoff. This is a futile thought, my friend. Just want to reach Santa Barbara Island. I see. I'm not sure I like this idea. I'm just about to repair it, and no offense. I don't want it broken again. I'm sorry. Truly, I am. Ковак не очень хочет. Да, давайте еще раз поговорим с ним. Okay. Take it if you insist. Нет. Crush it, though, and you owe me an ultralight. Listen, the repair was not completely finished. Be careful. You will need this for takeoff. Mm-hmm. Motor belt он мне дал, и... Да ну, отстаньте от меня, перья. А, или стоп, это он мне не дал, мне нужно... Найти... Нет, у меня есть такая штука. Engine timing belt. Engine timing belt. Да ну что ж. Ладно, надо пирожка забрать явно. Стоп. Я чего-то не понял. Ковак, что ты от меня хочешь? Или нужно взять эту цепь и объединить вместе с цепью? Нет, нет, видимо нет. Ну, дроп, дроп, дроп. Select. Select. Нет. Нет, нет, нет. Что же делать? Но у меня же есть. Engine timing belt. Engine timing belt. Смотри, вот, necessary to repair plane. В чем тогда проблема? Почему я не могу его починить? Блин, Ковак, а ну... Рассуди, расскажи. Нет, ты тоже не хочешь со мной общаться. Да что это такое? Так. Не чинится. Никак не хочет чиниться. А, Q, вот так. Все, я понял. Хитрая система.
Лодки я чинил просто, по-моему, подойдя к ним и нажав кнопочку F. Ну ладно, починили, слава богу. Итак, остров Санта-Барбара. Самый большой остров. Открыто достижение Discoverer. Так, это у нас что, багаж чей-то? Прикольно. Так, и у нас сразу здесь два... давайте посмотрим, это у нас что? Scoped Gun. Только для Джека. Handmade Scope. Ага, можно сделать оптический прицел, отлично. Супер. Так. Iron Stick. Железная палка. В принципе, железная палка мне сейчас не нужна. Не попал. Так, зато там вот есть камни. Если вдруг чего, да? Снова ягодки. Давайте мы посмотрим на наш остров, что он вообще из себя представляет по карте. И куда нам надо. Ага, там тоже обезьяна, и нам тупо в центр карты. Хорошо. Давайте сейчас пройдем. Нам, как я понимаю, нужно... А, нет, даже не нужно. Много страусов. Или давайте мы сначала вот эту вот часть острова исследуем. Отлично. Просто хедшотит этот бумеранг, реально очень крутой. Так, тут, что у нас тут? Кто тут у нас тут? Это что такое? Очки. Можно сделать, как я понимаю, да, себе этот бутылка. Не нужна бутылка пока что, во всяком случае. Я, кстати, хочу и пить, и есть. Наверное, там уже, да? Ой, гадость. А, хорошо. Эта гадость быстренько померла. И это давайте мы сейчас что-нибудь попьем, что-нибудь съедим, наверное. Супер. Жалко мне, не... Оно отстань от меня. Тихо. Что-то никак не хочет. О, нормально. Не, в принципе, гораздо приятнее, конечно, чем со всякими там этими дробовиками. Ух, как. Можно даже ненароком убить вовсе не того, в кого целишься. Это приятно, очень приятно. Так, дополнительные камни. Давайте возьмем мы все-таки камушки. Здесь, я помню, у нас еще есть там камни. Тоже их возьмем, может быть, когда-нибудь. Но пока что нам одних этих хватит. Отстань от меня. Песчаная гадость. Давайте мы посмотрим, что я хочу есть, это не проблема. Съели, давайте еще съедим. Хочу спать. А вот этих фруктиков, которые мне восстанавливают сон, нету. Кофейные зернышки какие-то, наверное. Оп, тихо, давай. Опять, да что ж такое за непруха? Чё они все такие? Так, котейка мой бесится. Сейчас мы его выпустим. Окей, кот спасен. Теперь нужно спасаться самому от этого сумасшедшего дикого топира. Так, использовать. Хорошо. Куда стоять? Я тебя выслежу. Наверное. Нет. Уже его нету. Отлично. Куда я вообще пошел? Ага. Ой, там была ночлежка. А я что-то даже не видел, и костер. Это я мимо всего этого дела прошел. Странно. Ну ладно. Пока что на острове все тихо, мирно. Единственное, что топир немного дикий был. По-моему, а, вон олень еще. Опять этот сумасшедший олень. Ой, по-моему, новый зомби. Ой, так что. Это не новый зомби, это просто глючный зомби, все нормально. Давай. Схедшотить надо. Давай. Блин, не попал. Хедшотик. Есть. С этим будет просто немножко посложнее. Но вот сейчас мы его... Да, отлично. Так, что? Олень, ну что же это такое? Что ж ты за олень-то такой? Нет, это все-таки новый зомби. Длинноногий.
приходит зомби. Так, это у нас что? Ага, дали опять эликсир силы, эликсир молодости. Давайте мы объединим бандажик, сделаем. Отлично, перебинтовались, перебандажились. Как мне вот эти вот штуки поломать? Я до сих пор так и не понял, если честно. Тут прям какая-то база. Угу. Куда не пройти. Так. Давайте мы попьем немного здесь, раз у нас есть такая возможность, почему бы ее не использовать. Да, грибочки. Я не знаю, есть грибочки? Да, есть грибочки. Типа собираю их. Не знаю зачем, но собираю. Так. Стяг. Что-то там было? А, нет, не было, чего. Патроны. Хорошо. По-моему, еще одна ночлежка впереди. Ну. Отлично. Нет, убегаю, убегаю, убегаю. Блин, это жесть. Все, прицелились, хедшот, наконец-то. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут, кроме зомби. Экспо, халявная экспо. Блин, круто, реально. Так, давайте разожжем костерочек. Это как минимум нас немного здесь защитит, да? Давайте мы... Тихо. Откроем. Обезопасим сразу здесь территорию. Я не знаю, буду ли я сейчас спать или не буду, посмотрим. Может быть, даже и посплю. Почему бы, в принципе, не поспать? Как-то подозрительно, здесь никого нет. Зомбари, можно взять еще одну канистрочку. Мне нужна канистрочка. А, у меня, кстати, вообще нету канистрочки. Я бы, наверное, бензопилу бы все-таки себе сделал. Может быть, кстати, бензопилой... могут ломаться вот эти вот ворота, которые строили. Тихо. Взорвал? Нет, не взорвал. Давай. О, взорвал. Отлично. Ну и сколько их идет там? Вы что, ребята? Давай. О, есть. Все взорвались? Нет, не все. Теперь вроде бы все. Но реально, вот эти вот уже... места стали довольно опасными. Нет, давай. Есть. Стоп. Быстро бинтуемся. А у меня, кстати, две канистры есть. Почему они не стакаются, я не знаю, к сожалению. Они не стакаются. Так. Что мы можем выкинуть? Можем выкинуть камень? Нет, давайте я... Блин, и эту штуку тоже выкидывать не хочется. Наверное, выкину, наверное, бронежилеты. Они каски вот так кучами просто падают. Давайте комбайн. Еще раз комбайн. Юз. И еще раз юз. Хорошо, надо теперь... Осторожненько, внимательно. Ой-ой-ой, я успел вроде бы отбежать. Блин, так. Берем топор, давайте мы... Лучше этих ребят мы топором сейчас. Так будет быстрее, я думаю. Нет? Но это уже последнее, вот это радует. Давай, встал, наверное, бедняга. Зато мы угол так зажали. Давай, тебя добивай, отлично. Сейчас мы всех мы тут быстренько добьем. Давай, кил. Нет, не кил. О, боже мой, так. Давай. Отлично. Замахиваемся посильнее, замахиваемся. По-моему, у него уже рук нет. У того зомбаря. Да ну... Ах,
почему он его не добивает? Почему добивание и подбор вещей на разных клавишах стоят? Ну что же это такое? Не на разных, не, как раз не на разных. Тихо-тихо. Фух, смотрите, у меня вообще жизни не осталось практически. Давайте я еще раз выкину шлема, выкину эти штуки, которые я подбирал. Они мне не нужны совершенно сейчас. Давайте мы сделаем бинтик себе снова. Бинтики, еще бинтики. Фух, это было жестко, конечно. Патроны не нужны. Давайте мы зайдем, посмотрим, что у нас. Лонгтюб. Интересно. Так, опять какие-то стероиды. Давайте мы пос... Ты еще не устал? Ты что, шутишь? Блин, шутник, однако. Я вот это парился, а ты еще не устал, говоришь? Смотрите, здесь много ночлежек, как я вижу, да? Вообще много. Так, что мне нужно? Две канистры у меня есть. Может быть, вот эту штуку? Мне ее не с чем объединить. Давайте, что мы тут можем? С нитками нет. Нет, нет. А давайте мы посмотрим рецепт. Или ладно, потом. Надо было, может, цепь взять с собой все-таки. Тихо. Бумеранг. Родной, любимый. Так, тут кто-то идет. Ух, сколько их там. И все в бронежилетах. Все в касках. Ненавижу их. Давай, давай, давай. О, отлично. Беготня сейчас с ними будет, конечно. Это единственная проблема. Хотя это не проблема, если стрелять прицельно. Это совсем не проблема. Давайте вот так вот, да, допустим. Оп. Сейчас целимся. Вот, отлично. Два прицельных выстрела. Ну, или там три, как получается. И все. Проблемы. Мне не нравится этот звук. Мне совсем не нравится этот звук. Идите, 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 идите. Давай, добиваем. Отлично. Еще раз. Вот, вот прицельный выстрел один. Первый сбивает каску, а второй прицельный выстрел ломает ему голову. Очень, очень, в принципе, удобно и довольно-таки просто. Вот эти ребята вообще, это не проблема. А вот, кстати, сон теперь уже мне необходим. Может пойти все-таки поспать? Ну или давайте мы сейчас глянем, что у нас здесь за противные звуки были. Или не было здесь противных звуков? Я думал, тут сейчас музычка, там боссы и все дела. Отлично. Так. Блин, очки. Hello. Очки. Марта. Do I know you? Are you here to visit me? Oh, wonderful. I have very few visitors. I've been very lonely since Enzo went missing. I've not heard from him since. Сейчас нам нужно будет Энзо найти. I don't know when. Do you want a cup of tea? You need a battery. But I thought you were visiting me. Very well. Какие-то слишком медленные диалоги начались такие. I used to have one, I think. I can't remember where I stored it. Maybe if you find Enzo, I could remember where it is. Меня аж раздражает. Would you be so kind? В общем, короче, нужно найти Энзо. Okay. Если ты найдешь Энзо, я... Энзо — это мертвая кошка. Если я найду Энзо, то... вот там вот Энзо возле обезьянки. Она вспомнит, где нужная мне батарея. Это здорово. Давайте я все-таки пойду посплю, наверное. Раз у нас здесь зачищено, все просто куски мяса, ошметки валяются. Правда, сейчас все отрезаются, но ничего не поделать. Давайте мы... Ага, дверь закрыть надо, окей. Как дверь закрыть? Дверь? А, вот, закрыть. Отлично, можно теперь спокойно спать.
И жизнь останавливается, когда мы спим. Здорово. Ой, я вот эту штуку не заметил. Надо сейчас поломать ее будет. Опа. Окей. Окей, а ну-ка, я могу я бумерангу? А, могу бумерангу это убить. Бутылка, причем это с водой бутылка была, да? С водой? Нет, с бензином. Ладно. Я все, конечно, не запомню, что где лежит, но я постараюсь. Так, хорошо, побежали теперь искать Энза, дохлую кошечку. Почему я решил, что она дохлая? Потому что она нарисована, перевернутая реально. Поэтому я решил, что она дохлая. Так, шина еще одна. Ага, нет, это не шина. Это налом какой-то. Так, хорошо, новый рецептик. Это у нас что? Винтовка. Винтовка. Low fire rate, very high damage. И высокая дистанция. Так, а вот это вот уже интересный вариант. И чтобы все это сделать, я могу, во-первых, разобрать вот эту штуку, могу разобрать... Нет, это я не знаю, что это такое. Но вот это могу я разобрать. Правильно? Да. Там они могут, потому что место. Окей. Так, винтовка. Давайте попробуем. Давайте я, во-первых, здесь огонь разожгу. И пойду попробую таки сделать опять же эту винтовку. Ну или хотя бы частично ее собрать. Все-таки высокий дэмэдж. Может, будет интересно. Да и в любом случае интересно сделать это, как ни крути. Так, давайте мы здесь выкинем две канистрочки пока что. Я думаю, да? Еду мы оставим. Вот эти вот цветы можно повыкидывать, реально все. Так, цветы, не еду, еду выкидывать ни в коем случае нельзя, а цветы можно. Анкомбайн. Ага, есть комбайн. Взяли. Комбайн. Нужен баллон другой. Поменьше, такой попроще, который. Жалко. Реально жалко. Ладно, давайте здесь тогда повыкидываем, раз это нам все уже не нужно. Блин, лук. Я не хочу лук, реально не хочу. Надо было лучше бы возле лодки все это дело выкидывать. Было бы больше толку, но... Мне влом сейчас идти к лодке. Может быть, нам вовсе это уже и не пригодится никогда. Так, хорошо. Пошли пока в ту сторону. Смотрим, посмотрим, что там. Как минимум мы взяли нужную нам часть для этой винтовки. Что тут у нас растет? Цветочки, хорошо. Полезные цветочки. А здесь вроде больше ничего нет. Окей. Пойду искать твою кошечку. Кисулю. Так, куда нам идти? Я даже не знаю, может быть сюда, может быть или нет. Все, прицельный один сбивает каску, и прицельный второй убивает. Это без проблем. По одному, просто когда они быстро так доход приходят, то это уже не круто. С этих страусов, наверное, только мясо, да? Свежее мясо. Свежее мясо. Я не хочу собирать мясо, потому что, в принципе, оно мне не надо. Я питаюсь этими, в принципе, нормальных, как они называются, редиской, короче, местной. Так, здесь мы тоже разожжем. В принципе, здесь очень много... можно было оптику сделать, кстати. Так, а вот бензопила. Ага, две канистры. Я могу сделать вот такую вот бензопилу. Хайранинг. Да, вот это уже мне гораздо больше нравится. Что это такое? А? Золотая чаша. Наверное, обезьяне какой-то надо будет. Так, я могу тогда объединить. Ладно, давайте мы все равно будем возвращаться. Давайте уже кисулю найдем, и тогда уже вернемся. И потом сделаем себе бензопилу крутяцкую. Стоп, еще одна золотая чаша. Зачем мне не надо? По-любому обезьяне какой-то отдать надо. Так, мартышка. Ага, вот мартышка как. И вот еще одна золотая статуэтка. Золотая чашечка у нее же. Так, там патроны, по-моему, лежат. Воу-воу-воу-воу. Тихо, он спит. Не будем будить его, не будем. Снова ночлежка. Это что вот это?
Мне даже интересно. И этот спит. Те уже ребята проснулись. Так, давайте попробуем здесь аккуратненько как-то пройти. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте прицель. Нет, ну вот он опять начал бежать. О, есть. И второй прицель. Все нормально, справились. Справились. Эти, которые без шлема, они убиваются вообще с одного выстрела без проблем. С одного броска бумерангом. Так. Не нравится эта долгая дорога такая. Хотя, вот, вроде бы мы... Ой, песчаный крабик был. Так. О, арбалет. Ага, доступно только для... Ага, некоторое оружие доступно для определенных классов. Для определенных персонажей. Окей, интересно. Так. Песчаные крабы. Крабозомби. Лопнули. Ух, сколько их там уж. Я, может, пройду аккуратненько. Мне туда не надо. Блин, надо. Мне сюда надо. А к ним не надо. Пусть они там себе завтракают. Что, что завтрак у нас, обед? Или что это у них? Я не знаю даже, честно. Так, туда я, по-моему, не прохожу, да. Эти... Блин, страус испугался. Давайте, я думаю, каску собьем. Отлично. Север, с этими разобрались. С этим разобрались. Еще один. Пухлик. Так, хватит меня грызть. Что же вы такие вот прямые, да? По-моему, надо бы полечиться немного. Комбайн. Где наш бинтик? Вот он. Все, всех убили, всех убили. Вот еще один. Так, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот беда. Так, отстань от меня, гадский краб. Я не знаю, беда ли это или нет, но может никто не... Он меня заметил, по-моему. Нет? Ты меня не заметил? Да, он меня заметил. А, он... Что? Что? Ты бросаешь в меня зомби? Вот это круто! Вот это круто! Вот это круто! Бросай, бросай в меня зомби. О, эй, так, что? А ты трупами бросаешься тоже, да? Гораздо быстрее получается убивать, чем я стрелял тогда пистолетом, да, или чем? По-моему, пистолетом. Так, тихо. Гораздо быстрее у этого гада здоровенного жизни отнимается. Тихо, тихо, тихо. Не напирай. Все же чудесно. Так. Да ну как же ты по мне так попадаешь? А ты гадина. Да все равно попал. Ну что ж такое? Наверное, он по-любому попадает. Тихо. Бинтимся. А я что-то и... Эти... Заканчивается у меня уже... лекарственные растения, да? Хорошо. На этот раз я увернулся. От броска. Ой, на этот раз увернулся. Скилл просто вообще. Давай, умирай уже. Есть, да? Фух. Я какую-то траву подобрал, которая мне нафиг не нужна, которую я выкину в следующий раз, когда открою инвентарь, наверное. Так. Сюда я пока не прохожу. Что, еще дальше в обход идти придется? Эй, а вы откуда взялись? Откуда вы взялись? А ну кыш.
Давайте, может, мы бинтиком перебинтуемся. Вот так, хорошо. Блин, реально, откуда задние эти пруты? Откуда вы беретесь? Так, что у нас здесь? Бронежилет. Оу. Крутой бронежилет. Высокая защита, но с вот этими пластинами. Пластин у меня пока что таких нету. Ну окей, я теперь знаю, что у нас есть еще более крутой бронежилет. Ну, кстати, я могу просто свой разобрать, вот, камни с них поснимать, да, и в принципе без проблем улучшить его. Поэтому больше мне бронежилетов не нужно. Так, давай, добивай. Отлично. А вот бензопила мне пригодится однозначно. Так, это что у нас? Long Tube. У меня есть такая. Он будет вверх. Ладно. Так, хорошо. Давайте. Оп. Отлично. Кто-то тут рычит как-то не очень доброжелательно. Не нравится мне этот звук. Уже очень не нравится. Ну-ка, кто? Олень. Нормальный олень? Блин, это опять больной какой-то олень. Ненавижу этого больного оленя. Питается зомбями, наверное. Так, тихо-тихо, пиш. Похоже, сникфиг достанешь, как я понимаю. Ой, левел ап, отлично. Да, сник вообще уже даже ничего нет, даже костей. Блин, еще один олень. Да вы шутите. Самый стрёмный противник. Давай, давай, давай его. Так, а ну-ка. Почему он не таранится об, не ранится об моей шипы каменные? Так, где я вообще? А, вот нам как раз, по-моему, сюда. Или может быть сюда, я даже не знаю, но надо и туда сходить, посмотреть. Потому что никогда не знаешь, что и где будет полезного. Да, вот здесь закрыто, значит, сюда нам не надо, по большому счету. Может, что-нибудь еще найдем? Хотя вроде ничего уже нет. Keep out, да и все, и keep out. Кругом один. Больше ничего нет. Так, надо быстренько уже возвращаться, потому что время уже много, мне кажется. Еще одна, кстати, чаша. Фух, есть. Блин, ну кожа, что? Нету кожи. Вообще нету кожи. Печально. Так, хорошо. Давайте попробуем пройтись вот здесь. Вот. Давайте сейчас сначала от этих избавимся, ребят. Они хоть и будут появляться, спавниться постоянно, но это немножко уже будет проще. Так, целимся. Немного не в того. Так, стоит еще там один. О, есть контакт. Давайте этого лупнем. Пуклика. Отлично. Что у нас тут? Еще один гарпун. Отлично. Я могу сделать теперь себе и винтовку, и бензопилу, по идее. Это только по идее. Давайте мы попьем. Наполнять, в принципе, ничего не надо. Мне вроде бы и так вполне хватает всего. Так, что у нас тут? О! Есть! Вот это вот то, что мне было нужно как раз. Теперь давайте я себе сделаю наконец-то... Ага, не сделаю, у меня шины нету. Кожа есть, а шины нету. Да? Да, нужна шина. Жалко. Так, давайте мы съедим еще одну такую штучку. И еще одну, пожалуй, все. Ну и перебинтуемся, чтобы наверняка. Комбайн и так. Есть. Все, мы теперь целы и полны сил. Хорошо, теперь быстренько как-то вот сюда идем. Ну, еще где-то же должен быть. А, вот тут вот спуск, отлично. А тут где-то кисуля, которая мне нужна. Так, все, прицельный. И еще один прицельный, все, без проблем. Так, кисуля.
Я на правильном пути. Давайте от этого избавимся. И теперь от этого. Отличненько. А, кстати, левелап. Надо левелапнуться, наверное, да? Есть. Контакт. Так, чего на карту все время нажимать? Давайте, давай, давайте, давайте, давайте. Восьмой левел. Что у нас есть? О, вот это нам пригодится. Увеличивает скорость прицеливания. Как раз бумеранг. Очень интересно. Давайте мы тогда сделаем себе... снимем, во-первых, да? Вот эту вот штуку снимем, говорю. И... Ха, что, нельзя, получается, ее... Комбайн... А, можно с пластинами. Все нормально, нормально. Оу, шипастая и с пластинами получилось. Это даже еще круче. А это шипастая с костями? Нет, шипастая с костями как-то смотрится не очень. Все, эквип. Отлично. Теперь я вообще просто супер крутой. Но теперь мне нужно найти... А, вон обезьяна. Наконец-то я дошел до этой обезьяны. Так, что ты мне расскажешь? Что тебе нужно? Я уверен, что ты кубки собираешь. Coco secret, shiny treasure. But Coco's scared. Survivor? Помоги Коко. Пять надо, а у меня сколько? Три. Четыре уже. Коко, у меня четыре есть. Может, тебе четыре хватит, нет? Жалко. Очень жалко. Очень-очень жалко. Что я тут видел? Патроны. Ну, в принципе, не нужны пока что. Блин, а где же я еще одну мог пропустить такую штуку? Я даже не знаю. О, вот, собственно, кошечка, за которой мы сюда пришли. Это самое главное. Теперь нужно вернуться. Вернуться, наверное, вот давайте мы пойдем коротким путем, вот так вот, да? Или, может быть, даже короткий путь был вот там вот сверху, наверное. Тут был короче. Все же, мне кажется, ну... Может быть, по дороге мы найдем еще одно блестящее сокровище, которое кто-то ищет. А может, кстати, мы его пропустили, может, оно там было. Ай, да, все равно уже. Нитки, в принципе, мне не нужны. Давайте. Ускорим темп немного, чтобы уже добраться побыстрее. Как можно побыстрее до... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а ну-ка. Отстали все. Отлично. Да, заметно скорость прицеливания выросла. Отлично. Так, гадские крабы. Давайте добиваем. Отличненько. Так, нет, мне это не нужно. Мне бронежилеты, каски и все остальное мне это не нужно. Давайте мы ускоряемся и бежим, 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 бежим. Сзади трое за мной бегут. Чего? Так. Не туда, а вот сюда. Ох. Куда ты взялся? Давай, давай, быстрее, быстрее. Мы должны успеть. Мы должны успеть принести Коко этой вот бабушке. Бабушка. О, вот твой Коко. Is this a joke? This isn't my Enzo. This is just the fur of a mutilated cat. Mutilated cat. You are a real shit of a human being. No battery for you. Что? Нам не дали батарею? Ну, ладно, на этом я, наверное, серию закончу. А дальше мы будем с бабушкой разбираться в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.